снова всем привет, друзья и подписчики моего канала. Как вы поняли, я делаю турнир среди вас на 2000 подписчиков. Вы меня, потому что очень сильно обрадовали, смотивировали для вас, именно для вас сделать топовые видео, потому что я вижу, что я снимаю видео, выкладываю пост сообщества, и вы показываете огромную активность, которую я никогда не видел именно на своем канале. И давайте мы вернемся к турниру. Турнир будет проходить на 2000 подписчиков. Ну, конечно же, вы поняли. Этот турнир будет на 5 ваучеров, потому что много людей проголосовали за 5 ваучеров, а не 500 рублей. Давайте я вам расскажу про условия. Условия таковы. Сейчас внимательно слушаем все. Первое условие — это обязательно, просто обязательное условие, подписанным быть на мой канал, поставить лайк под этим видео лайк поставить, написать в комментариях какой-либо комплимент в мою сторону, типа как я стараюсь сделать для вас видео, например, ты крутой, типа ты круто снимаешь видео, просто хочу хотя бы что-то от вас получить взамен. И четвертое условие — подписаться на группу моей гильдии «Манифест». Ссылка будет в описании на все 4 условия. Давайте я вам расскажу про нашу группу гильдии. Это тупая, хотел сказать. Сейчас, дайте успокоюсь. Это топовая гильдия, очень топовая гильдия. Там очень хороший лидер. И очень крутые офицеры. Особенно офицер, где мне очень сильно нравится, Сплэш. Очень порядочный мальчик. Любит сагильдийцев в плане того, как они играют. И помогает им во всем, чем может. Давайте я вам еще расскажу про гильдию. Также у нас в гильдии идет набор от полторашки ОС, да. Пишите также нашему лидеру в описании. Там вот будет лидер гильдии, ему пишите, и давайте я вас жду в нашей гильдии. Там вот недавно произошла очистка, и я думаю, что вы это все исправите, и у нас наберется опять народ. Также в этой гильдии на 300 подписчиков будет топовый турнир, в котором я буду участвовать, это 100%. И также будет на 500 подписчиков топовый турнир на 1000 рублей. Я уже как-то снимал про это видео. Ну, и также я вас говорю, жду в этой гильдии, с вами буду побольше в ней общаться. Также у нас каждый день почти тренировки проходят, топовые КВшки и тренировки один на один. Но я думаю, все вам сказал, пожелаю вам удачи и всем пока!